И вы на канале Макс Мегалод. Сегодня мы распакуем вот этот крутизный набор. Как вы видите, в него уходит Трицератон и Рафаэль. Ну что, приступим к распаковке? Так, открываем. Все, открываем. Открываем. И сейчас все будем открывать. Открываем. Ну, тут идут люки. Это подставки для игроков. Такие люки. Ой, это другой. Он, смотри, какой. Смотрите, какой он. Он другой. Эти разные люки. У них разные люки. Этот с треугольником каким-то, этот в виде люка, именно люк. Ну, просто это от Рафаэля. А тот от Трицератона. А что то за кусочек там? А, то это хвост. Он Трицератоном, наверное, прикрепляется. Он прикрепляется к Трицератону, который надо достать. Так, достаем. Вот Трицератон. Такой подвижный. А ну, давай его спереди покажи и сзади. Теперь спереди. Классный. И теперь надо прикрепить ему хвост. О, это хвост у него там оторвался. Он как ящерица. Угу. Так, ну и на подставку. На какую-то его подставку. Вот это его подставка. Потому что то Рафаэля. Что он в виде люка. А это в виде не люка надо прикрепить. Это среднего размера уже? Это большой. Фигуры. Это большие фигурки, да? Да, это большие. Вот. Понятно. Так, давай Рафаэля доставай. Ну у него еще второе оружие. Это с первым, а это со вторым. Вот. Вот так. Это, классно. Это строительская, как дрель или что. Угу. Ну, пробивать вот. Стены. Да. Классно. Да, прикольный. А это Рафаэль. Это твой, наконец-то, первый Рафаэль, да? Он, Рафаэль всегда злой черепашек. Он самый злой черепашка самый. В смысле, да. Но он добрый злой черепашек. Ну, да. Майки всегда под ним шутят. Угу. Так, надо... У них все раздвигаются пальцы, но я им как-то полегче им вставлять, чем этим фортнайтовским. Вообще оружие было невозможно. То есть по сравнению с фигурками Фортнайт, у них оружие легче, да, крепится? Угу, только надо вначале узнать как. Потому что у фортнайтских, если узнаешь, все равно очень сложно. А я еще не знаю, поэтому... Надо... Может, другую руку? Ну, вроде у него вот так вот было. Так, мы разобрались, как ему вставить касаи. То вот есть просто он, да, загинаешь, да. Вставляешь в руку, да? Да. Рукоятку и потом загибаешь руку. Так, да. Давай его покажем спереди, за ноги возьми его спереди, покажи за одну ногу. Спереди. Так, вот такой вот парень у нас крутой. Так, ну и два раза сзади теперь. Угу. Так, вот. У него сгинаются, получается, все, да, во да. всех, в локтях, в руках, угу. пальцы, каждый палец, да, шевелится? Да, а тут у него еще ноги. И ноги даже пальцы шевелятся, ничего себе. Ну, у трицератопса они, ну, руки не раздвигаются в пальцах, а у всех хороших раздвигаются из этой коллекции, а у всех злодеев нет. Только у хороших. Понятно. Еще... Ну, это отрицательный персонаж, да, а это положительный. Да. Это и они из обычной серии, да? Или как она называется? Классическая. Классическая. Это самые первые черепашки. Так, ну, кто тебе больше нравится? Тебе, наверное, Рафаэль, да, больше нравится? И тот, и тот. А, у него подписано, кстати, у Рафаэля, видишь? Ну, подписано. Да. А этого нет. А панцирь снимается у него? Нет, не снимается. А ну, разверни теперь каждого по отдельности. Так, вот такое. Видите, вот там, где стыки, да. это все, оно сгинается. Вот это хвост. Хвост, я так понимаю, у него тоже ударное, как оружие, да? Он им бьет. Вот, у него еще сюда касаи вставляются. Ага, у тебя она есть, да? Да, вот эти штучки. Класс. Прикольно. Ну что, как И у него еще R нарисован. R, ну Рафаэль, правильно. Угу. Так, ну что, как тебе, нравится? Крутые. Крутые. Угу. Рекомендуешь к покупке, ребята? Да, а у него три пальца. Угу. Да, у него...
Ну да, они крутые, но надо уметь им вставлять вот это. Ну да, научиться. Да. Получается, ну, просто да. Вставляете рукоятку и загибаете два пальца. А у всех по-разному, то есть у всех по-разному вставляется. Так что, а Рафаэль, он какой персонаж? Он такой злой, да? Да. Ну, строгий, не да, злой, а строгий да. просто, да? Такой, серьезный, да? Угу. Ну, класс. Он хотел быть лидером, но он не лидер. Так, ну давай, ребят, попросим, чтобы они поставили лайк, да, вот если им, они хотят побольше видео, в которых мы открываем новые игрушки и показываем им близко, чтобы они ставили лайки. Да. Потому что если они не ставят лайки, значит, ну, такие видео им не интересны, мы будем какие-то другие снимать, правильно, Макс? Набор был очень крутой, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, спасибо, то, что досмотрели ролик до конца, с вами был Макс, всем пока-пока! Пока!